dial 999. Yes. Зайка, солнышко. Я жива. Вот это я записал, какое кино-то интересное горит. Да. Гений, сука! На мотоцикле? Да! Два дебила. Два это дебила, сила. Это сила, блядь, да. Все стоят. Поток стоит, они, блядь, едут, пидорасы. Стоит, Юля, сколько вы стоите, да? Скотина. Очкошник. Разные есть варианты. Я не думаю, что эта ситуация... А потом, значит, компьютер варит.
там такой расход. Ну, повернулся так. А у меня заснято. Охереть. А, это, наверное, преследовали его. Наверное. Капец. Вот это жесть. Ни хрена себе. Ты чё, урод, чё ты там творил? Просто взял её это и долбанул. Давай, этот, подожди, перед железнодорожным мостом, це цей, що новий, ось построили його, так? Я хуєю, блядь. Живий чи ні, блядь? Водила. Только тогда, когда становишься...
Завтра нам тоже обещают плюсовую погоду, разве что ночью плюс один, минус один градус. Некоторые наблюдается неопределенность, зато уже с днем ждем от 5 до 7 градусов выше ноля. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Исцели души мне я язвы, Господи, и всего освети. Там колесо что-то отвалилось. Да. Пиздец, ебанулся совсем, блядь. А чё, куда совсем он летел? Совсем ебанулся, да? Блядь. Куда он летел? Да ебанулся, поворачивал, блядь. Да ему уже поздно поворачивать-то. Охуел, что ли, блядь. Международный день счастья сегодня. Вот счастливые люди, они обычно всегда хорошо, праздничные, позитивно настроены. Но чтобы конкретно как-то обозначить день, вот придумали вот такой 20-го. Как всегда, ООН придумала. И делились на тех, кто решил быть чистым, но голодным, и тех, кто вместо душа предпочитал тушеное мясо. Первых оказалось немного, туалеты имелись и на такшибах. А вот мясо с овощами в бортовых рационах отсутствовало. КНН на ставку 30 на месяц, то я остаюсь за обзором лекарей. Ух ты, сука,
Я ты, сука, иди сюда, блядь. Ну, пизда. Ты чё, ёбнутый? Крутанулся, ёптвенно, дебил, блядь. Попили пивка, ёптвенно.